На чемпионат приедут 320 лучших боксеров со всех регионов России, а также тренеры и судьи. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей. Кроме того, победители в каждой из 10 весовых категорий получат по автомобилю. Ожидается, что для поддержки участников в Кузбасс также приедут именитые звезды российского бокса, олимпийские чемпионы и профессиональные боксеры, известные деятели спорта, телеведущие и комментаторы. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Идет активная подготовка к проведению. Это является главным нашим турниром ежегодным, который мы проводим, где отбирается национальная команда. Действительно, в ринг выходят лучшие боксеры России. Помимо этого, обсудили действительно большие планы развития бокса на территории Кузбасса. Так и запланировали 22 июля провести в день международного бокса большую тренировку открытую, как раз где нами в 2017 году был поставлен на Красной площади рекорд. Порядка более 4000 человек единовременно за не проводило тренировку по боксу. Сейчас мы сегодня обозначили, что хотим этот рекорд побить и побить его здесь, в Кузбассе. Поэтому мы верим, что 22 июля это случится. По итогам совещания решено подготовить план развития бокса в Кузбассе на 4 года. Он будет включать открытие новых залов и спортивных школ. Это позволит привлечь к занятиям боксом до 20 тысяч кузбассовцев. Также рассматривается возможность проведения в регионе крупных международных событий под эгидой Международной ассоциации бокса ABA.